Приветствую зрители канала Игрофильмы, с вами Раштарин Зука, это онлайн мясо по игре Injustice Gods Among Us. И сейчас против меня на арену вышел Ветер 90. Впервые, по-моему, в мясе. Остальные игроки присоединяются. Так, возьму я Дефстрока, пожалуй. Так, у меня есть какой-нибудь костюм еще у него? Блин, ничего нету, надо сюжетку проходить. Погнали! Да. Так. И дадим ему расслабиться. Ой, это ж, как эта штука ездит, я что-то не понял. О, он ее кинул, а я на ней почему-то ездил. Вот эта атака мне понравилась. Вот она, ранимая. Давай. Попробуй что-то предпринять против спама. Ты же Супермен, ты же все можешь. Давай. Давай, разрублю пополам нафиг! А! Черт! Нет! Ты ж землю разрушишь нафиг! Уйч! Ай, ай, что-то у меня перестало получаться резко! Дестрок, где твой суперудар? Так, 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 что такое? Скушай это, Супермен! К сожалению, у меня нет криптонита. Но есть вот это. И желание надавать люлей кому-то. Черт, нет! Ну! Есть! Ветер пришел и ветер улетел! Это онлайн мясо, друзья! Так, кто следующий на очереди? Ветер, пока ты у нас будешь ждать своей очереди, отпиши, откуда ты и что ты сегодня ел. Это наша традиция. Ну, в чате я имею в виду. А у нас тем временем выходит Игорь Пройс. Или Прайс, как правильно. Так. Я по старой традиции не буду брать Бэтмена, я возьму зеленую стрелу, которую я играть практически не умею. И у нее странные удары стрелами, ну ладно. Надеюсь, это будет весело. Эдакий Робин Гуд современности. Закашивающий под Бэтмена, под Брюса Уэйна. Ну, получается, что так. Ну а чем там нас Игорек порадует? Так, Игорек нас порадовал скипанием заставки, за что будет когда-нибудь точно наказан. Ну и так другими мясерами. О, на, получай! О! Черт! Неудачно я повис. Да, как же этот удар-то? Черт! Вот он, этот удар. Ну почему я не. Вот. О! У меня же стрелы есть. Ну-ка! Попадем! Блин, ну куда ты стреляешь-то? Бать твою, стрелок хер! Блин. Давай, давай! А! Электрический гад! Получил! Получи еще! Давай.
Ха-ха-ха-ха! Не ожидал! Yes! А, вот этот для чего удар нужен! Точно! Ах ты, чё? Тихо-тихо-тихо-тихо! Сейчас! На, еще тебе! Тихо. Ну-ка, попади! Ну что ты, какой косой это стрела? Черт, я же должен есть! Я сегодня в ударе, друзья. А я еще не обедал. Ну кто следующий? О, меня даже что-то разблокировали. Значки какие-то мне дали за это. Давно такое со мной не бывало. Тренировки сказались. Тренировки в мясе. Так. А о, у нас вернулся Ярослав Белкин. Давно его не было. Сейчас я ему отомщу за прошлое унижение. Давай, подходи. Так, а я возьму суперменчика, советского нашего доброго, старого. О, кстати, вот Думсдей давно никто не брал. Надо его отколбасить по полной. Устроим ему полный Дум. Хотя, что загадывать? Может, и он мне устроит. Что наиболее вероятно с его 49-м левелом. Что ж, сосредоточимся. За этого, за Death. Опа! Вух! А это я, друзья! Прямиком из СССР. Да, то есть за это. Ну что так, тебя херово приковал. Думай за его. Вот он! Вот он мой супер удар! А по ноге! А вот так! А, тихо! А вот так хочешь? У меня же есть лазерное зрение, ты забыл? Но! Собери тут всю архитектуру! Перевести его на другую зону. По-моему, он сам хочет, чтобы я перелетел на другую зону. Сейчас мы тебя отправим в такую зону. Послышал когда-нибудь про лагеря, про сталинские? А Супермен советский знает об этом не понаслышке. Ну, полетели! Опять женщина получила в табло. На этот раз синий мужчина тоже получил. Надеюсь, когда-нибудь мы увидим их бой полностью. Вот! Супермены его тоже ударили. Тихо! Кидаться не надо! Супермены его ударили. Можно железным Супермена его ударить. Так. Этот готов. Вжик, 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 вжик. Уноси готовенького, вжик, 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 вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Так, кто там у нас дальше идет? Так. Эндрю Бэтмен? А, этот у нас, который постоянно Бэтмена берет. Так, ну раз он у нас берет постоянно Бэтмена, то надо надрать ему зад. Джокером. Вполне логично. Пока у меня получается, надо драть зады. Давай, быстрее, грузись. Я жажду схватки. Ну? Подеремся на крыше.
Ага, так не терпится меня избить, что скипнул заставочку. А хочешь с пистолета получить? А, так, ну тогда вот так вот. Получи зеленую вонючку. Ну чё, вонючая летучка, иди сюда. Ну что ты какой? Крутой, да? Ты крутой. А я безбашенный. Так. По-моему, везение исчезло. Надо срочно кидать торт. Не повезло. Нет, как же ты прервал мою практически серию побед. А что у нас? Блин, вода. На, ножичком захочешь? Кинем ему дирагон или что? Чёрт. Да. Ничего, ничего, Джокер всегда проигрывал Бэтмену, так что это нормально. А, ну, сейчас-то попадем мы в морду. Нет, к сожалению, нет. Кидай, кидай. А, я думал, кинь там сделал подсечку, обманул меня этот темный рыцарь. Ну что ж, пришло время мне уйти на покой. Ту-ру-ру-ру. Пам-пам. Фу, молодец, теперь у нас новый король. Так, следующий у нас Керасан 111, или Керосин, как правильно. И у них говорят о том, что он сейчас должен устроить нам зажигательный бой. Так, ветер, ты у нас из Москвы, я гляжу. Остальные пока участники не написали, откуда они. Давайте, ребят, пишите, из какого города. Так, ну я на Эндрю ставлю, он же меня забил все-таки. Хотя, по идее, он по правилам сейчас не должен брать Бэтмена, а должен брать кого-то другого, да. И не факт, что у него получится. Да заставки-то не пропускайте! Кстати, вот этой девкой-то тоже можно было против Бэтмена драться. Я ее вообще еще, по-моему, ни разу не брал. Ветер, к сожалению, мне тебя очень плохо слышно. Я даже не знаю, что ты говоришь. И на записи будет тоже очень плохо слышно. Может, тебе погромче гарнитуру сделать как-нибудь? Или сесть к ней поближе, или там говорить погромче. Ух ты, я размахнулась и получила. Ох, керосин полетел. Так, ну что? Ох, да. Керосину, видимо, не хватило запалу. Вот. О, он еще жив. Молодец, отстреливайся, давай. Спам его. Ну слушай, ты... ну почти молодец. Зато моя ставка сыграла. Так, у нас тут появился Славик 33. Славик, а где Димон? Твой вечный кореш Димон. Так, 42 левел. Но все равно поставлю пока на Эндрю Бэтмена. Потому что Славик мне неизвестен. Насколько он крут.
Видимо, Эндрю умеет только Бэтменом и Найтингом играть. Поэтому он будет их менять. Ну, у нас в правилах такого нет, что там, то есть, не имеет права через раз брать. Так что все нормально. Тем более, ему хочется подольше продержаться, царя. Смотри-ка, не получилось продержаться практически. Так. Что у нас предпримет во втором раунде? Кстати, тут получается фишка, что в плане жизни сделано пореалистичнее, чем в Mortal Kombat, и это было бы туда даже больше подходило, потому что там после каждого раунда жизни у соперников восполняются, а здесь победитель остается та же. То есть жизни остаются те же самые, просто полоска брони снимается. Надо было с ноги добавлять летучую мышь. Так, Бэтмен что-то разошелся. Ножки, пора применить свою плеть. Enough, Селина. Так, сейчас Селина получит по мозгам. Жизни почти сравнялись. Давай. Кошка, ну что ж ты начала проигрывать? Так хорошо начинала. Молодец. Давай, все свои когти покажи. О, красава, еще подсечечку. Молодец. И у нас новый король, это Славик 33. Так. Теперь у нас возвращается ветер, с которым я уже бился в первом бою. Надеюсь, он собрался и покажет нам всю свою мощь. О! Соломон Гранди. Аквамен. Аквамен. Соломон Гранди. Сейчас будем крушить поместье Уэйнов. А, нет, Метрополис. Метрополис. Без обид ставлю на Славика. Все-таки он, по-моему, круче себя показал. Хотя у него на одно значение левел ниже. Да блин, ну кто ж ты жмет кнопки-то? Что ж вы не слушаетесь-то, ребята? О, а Соломон Гранди, я гляжу, тоже из советского комплекта. Шапки-ушанки. Как ему не жарко-то здесь, ладно будет где-то на севере. Аквамен нагибает по полной. Опа! Давай, Гранди, подберись ему поближе, хватай его. Ломай его. Это всего лишь жалкая рыбешка. Давай, вынеси свои ножи и вставь ему в жабры. Что происходит? Да. К сожалению, Соломона загаси. Так. А следующий у нас Игорь Прейс.
Так, что-то у него коннект не очень мощный показывал сейчас. Будем надеяться, что все будет нормально. Так, зеленая стрела против кошки. Ладно, я уже молчу, что все, короче, это самое. Народ, в следующий раз не буду звать тех, кто заставки скипает. Так. Кошки какой-то костюм тоже навороченный. Жалко, что эти стрелы потом на голову противнику не приземляются. Было бы, конечно, эффективнее гораздо. Так, а тем временем кошку у нас, то есть кошка у нас, точнее. Ну, в общем, Игорь Прайс нагнул в одном раунде Славика. Он у нас уже участвовал в других выпусках мяса. Довольно-таки мощный игрок. Почему-то я сразу не подумал, что он сможет нагнуть и поставил деньги не туда. Итак, следующий на подходе Ярослав Белкин. Я никак успел. Так, у нас что будет? Две Харли Квин? Нет, Девстрок. Да начнется спам. Да? Ставим на Игорька. Давай, Игорек, не подведи. Блин! Как вы задрали! Скоро буду всех задротами обзывать. Строк, отомсти ему за все унижения, хотя я поставил бы на тебя. Я подозреваю, что это Игорь у нас скипает заставки. Он всегда заставки скипает. Молодец, молодец. Черт. Накажи его жестким спамом. Отлично. Молодец, молодец. Мне вот нравится Дестрок за эти вот его круговые атаки. Дестрок читер. Пора бы что-нибудь сломать. Правильно? Да, тут очень сложно это сделать. Сначала маленько обмануть противника, потом швырнуть в него машину. О! Нет, не о. Пипец заспамил. У нас новый царь. Поздравляю! Contract fulfilled. Retrieving next target.
Я бы даже сказал, у нас новый спаймер. Да, да. Так, а чё, тем временем я уже выхожу на арену. Что ж, надо сосредоточиться. И взять кого-то нового. Так. Так, Лекс Лютер нафиг. Кстати, Ариса ни разу не брал. Чё хоть он умеет, посмотрим. Это хорошо, до строк уже. Правила меняем персонажа. Никто не отменял. А, кстати, да, какого хера ты Дестрока берешь? Нельзя брать Дестрока. Давай, 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 меняй, меняй. Я одного и то его не взял, потому что я им в прошлый раз играл. Ну, как бы я мог его взять, по правилам. Хотя бы двух туда-сюда менять. А кто ли их Лютер взял? Так, ладно. Что у нас умеет Арис, а? Что он вообще умеет? Знал бы я. Сейчас узнаем. Лекс Лютера, кстати, кто взял? А? Лекс Лютера. Видимо, Ярослав, который кто взял. Must I remind you of my superiority? Втыкай в него эти все мечи быстрее! Черт. Вниз назад крест, вниз вперед крест. Арес. Они ну-ка устроили ему 300 спартанцев. Они фига целый комбо с трех ударов. Так, что за удары, а? О, вот это интересно. На! На! Вниз вперед квадрат. О, вот это мне вообще нравится. Что-то залагало, господа. Да, я тоже занят. Ну, подходи, железяка. Нормально. Лысая. Ой, я еще невидимо могу знать, это же как рептайл в Mortal Kombat. Тихо, 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 тихо! Ай, еб, ты думал перепрыгнул. Попал, попал. А, смотри-ка. А, нет, кстати. Чёрт! Убежал ульты. Чёрт подери! Behold my power! У него защита, да? Сейчас мы её сломаем. Чёрт! When will they ever learn? Он сейчас двое прием делать, выносить тебя на другую арену, мне кажется. Как раз с этой стороны. Ну, да, и ты его сейчас делаешь. Есть! Вот. Вот. Есть. Молодец, да. Катись, катись колбаской. О, отлично. Нормальные люди будут. Нормальные люди бы уже сломали себе. Бери сетку наверху, да, вот это. Черт, он опять свою защиту включил. Ой, черт, 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 черт! Ай-ай-ай-ай! Эх, попался. Блин, как же я так хотел подсечку сделать. Ну ему там пару ударов осталось. Черт! Даже один какой-то сильный. Черт! Нет, ребята! А, вот это я лох. Вот это я лох. It's done. Это конец. Call a meeting of the board. Я себе этого не прощу. And arrange pickup of the suit. Need to tune up. Ну молодец, Ярослав, не сдался в последний момент. Что ж поделать, надо и другим дать поиграть. Эх, я в самый низ спустился. Так, керосин решил отомстить.
Давайте, два Джокера, только желательно в разных костюмах. Видимо, не было костюмов других. Ну, кого же мы выберем? Найтвинг, нажми кнопочку. У тебя не сработал выбор персонажа. Или, может, подлагивал, я не знаю. Когда я отбился, сейчас вначале лаганул немного. Керосин, я ставлю на тебя. Не подведи меня. Целых 100 рублей ставлю. Ух ты! Джокер молодец, красава! Ух ты, молодец! Ослабляющий удар сделал. Хватаем бочку сверху, там висящую. Молодца! Блин, поздновато ты торт достал. Молодец, давай. Используй огнестрельное оружие, Джокер. О, у него из ножа еще и ножик достается. О, чё? Show's over. Промазал. Давай ломаем его. Ну, ребята решили всю арену использовать, молодцы. Ну, получилось. Получил мор. Молодца. Вырвал победу. Ставка сыграла. Ну что ж, пришло время Бэтмену вернуться на арену. Ой, я смотрю, у нас новый царь. Давай, Бэтмен, на тебя ставлю. Интересно, чем этот фонарь отличается от классического? Что-то было написано в него 52. Интересно, в реальной жизни так, если бы столкнулись с Бэтменом и фонарь, сложно представить, кто бы выиграл. Все-таки, наверное, фонаря возможности побольше, они все-таки более сказочные. Ну, хрен его знает, у кого больше мозгов, друг. О, мышке не повезло. Мышка табака. Just doing my job. Я сам нарвался, что ли? Зеленый фонарь нормально играется. Да, фонарь молодец, жжет. Had enough.
Все хотят что-то кинуть срочно. Усиление делай почаще. Захват. Ракетку. Зачем ему подбирать ракеты, когда он может свои создать? О, молодец. Once a green lantern, always a green lantern. Керосин жжет в этот теперь раз. Опять я. О, ветер, давай. Да, да. Сейчас я могу Супермена, да, выбрать? Конечно, можешь кого хочешь выбирать. Нет, там по очередности. Не-не, очередности нет, это только победитель выбирает разных персонажей, а ты можешь два раза подряд нельзя выбирать одного и того. Ну, два раза подряд только нельзя. Супермен. Ну, если проиграл, там уже это правило перестает. Ой, ёпт, что, два красных сына у нас будет? Сменили бы костюм хотя бы. Да. Назад сделайте кто-нибудь. Зачем красный сын? Там же Бэйн. Рейвен. Супермен. Кто-то я не знаю, я выбрал Супермен. Кто-то решил на рандоме сыграть. Я Супермен. Да, он решил на рандоме сыграть, я Супермена вроде выбрал. Ну раз он рандомит, значит надо на него поставить. Ну, а у тебя Супермен? Суперский персонаж. Это же крутой чувак. А кто-нибудь смотрел фильм Супервумен? Ну кто скипает опять за спаску прям? Да блин, керосин, наверное. Так можно определить задрот. Ну да. Мы эту степень задротства определили как раз таки еще в Mortal Kombat. Там тоже задроты скипали заставки. Не делали это фаталити. Там комбо. У которых там комбо 15 ударов. Ветер, давай, сдуй ее нафиг. Я знаю, то что. Прыжки вниз крестик. Нам пишут в чате, ветер прососет. Ё-мо, это очевидно. Блок! О, молодец! Вот это, наверное, сейчас... О, круто! Да, нормально. Хотя бы немножко вырубил. Заспаймил, короче, тупо. Да, свинью. Я хреновато мясо пустил. Блин, ну одним ударом все загасил. Ну ты ее тоже неплохо разорвал, смотри. Вся покоцанная. Ну это у них стандартное повреждение после матча. Так, ну что, Славик у нас на подходе. Ну, это такая же система, как в Mortal Kombat. Там да, единственное, что серия ударов и у тебя уже разорвано. Единственное, что здесь только лицо сохраняет нормальное. Нетронутое. Да, нет, да, нет. Да. Давайте а в Mortal Kombat на самом деле. Строка вообще. Или хотя бы, чтобы не пользоваться автоматами пистолетами. Deathstroke читер, очень большой читер. Я говорю, это как Noob Saber в Mortal Kombat. Green Lantern. Я имею в виду старым Mortal Kombat. Да он и в новом... Он тоже читерил. Там были у него читерские удары. Ладно, Славик, давай. Я за Deathstroke. Молодец, круто. Поселение вот это захватное дело. Парнишка, походу, очень круто играет за зеленого фонаря. Он все время, походу, не играет. Кто-нибудь, ребята, заодно вставьте там пиздюлей доктору Стрэнджу, пока он там свой
Протокол Тен не замутил. Там сзади он стоит, посматривает. Эх! Кстати, а вот здесь у игроков ни у кого нету лоба. Я что-то ни разу его не видел. В предыдущей серии у нас был лоба. Мы его очень подробно рассмотрели. Посмотри на ютубе, когда выложится все. Ну и как он? Читер. Мощный чувак, мощный. Мне вот оно очень интересно, баг, который он показывает в конце, когда выигрывает, его закрывает, да, да. Как он? Жалко. Давай, дестрок. Терастун юзаем усиленно, хватал. А я перепутал кнопку, потом, да? На запресс. Вниз за треугольник, по-моему, сейчас стрельнуть вперед прямо. Кстати, я не использовал никогда эту кнопку, кружок, это, видимо, как раз стрельба по ногам, потому что пистолет. Он что-то не... О, нет, молодец, еще разок, спамни, спамни, у тебя есть суперсила. Черт! Нет. Молодец! Yes, Славик, нет, молодец! Вот че? У нас новый спамер. Чем на самом деле у суперудара Вовы у зеленого фонаря, он действует на малый радиус. Да у него стоит, плюс он если ты в комбе сидишь или стоишь, она все равно пробивает. Это плюс, конечно. Так, ну что, с Нефилимиум сейчас у нас класс покажет. По закону жанра он должен... Да. Так что Дестрок и сейчас не-не. Фонарика решил взять? Ага, против кошки, значит. Я так понял, что против кошки кошка что-то будет не очень. Ладно, я на тебя ставлю, Нефилимиус. Ну, я надеюсь, да, что... Я надеюсь, что я продаю ваших жил. А мы как надеемся? Блин! Я опять, блин, скипнул. Славик! Ты зеленого фонаря, да, выиграл? Кошка, она быстрая очень, очень. Блин. А вы, может, только у нас делаете еще турниры какие-то? Красава! Мощная серия. Сейчас бы она улетела, наверное, если бы у нее жизни не закончились. Эх! Давай! А, блин. Не получилось. Задел. Она блочит. Она все блочит. Давай на другую, надо арену, на другую. Ну вот, теперь на другую арену его перемещу просто. Ударом. Да блин. Эх, что-то я нажал, походу. А, нет, не молодец, нажал. Заблочил. О, круто. Вот я попал. Так, не круто. Попробуй перепрыгнуть. Сейчас быстро надо будет побежать и ударить. Чтобы она улетела в стену вас. Легко сказать, быстро побежать и ударить. Да, нет. Не, просто я момент, нет. О, молодец, поймал. Не, нормально, да. Подсечку. Давай. О, ракетами, ракетами кидай. Все, подсечечку и все. Отлично. Все, да, нормально.
оправдал наши надежды. Once a Green Lantern, always a Green Lantern. Теперь за тебя все Green Lantern. Я, кстати, наверное, даже гринписовцы не выиграл. Так. Больше 40%. Ну что, теперь моя очередь показывать класс. В кавычках. Да смешно стало. Так. Так, так, так. Сейчас посмотрим. Так, 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 так. Свою. Может киборга взять? Давайте, киборга. Погибать так погибать. Киборг. Или сгибнут за металл, да? В данном случае. Крестик нажми. А, да, что-то я загнал. Да, крестик, чёрт. Задумался я что-то. Я стратегию. И снова крыша Готэма. Я за низу. А зря. А зря ты поставил. Я флешем плохо играю. О, я же не флеша взял. Ну ты же киборга выбрал. Ну да, поэтому я и выбрал киборга. Да. Ты же все-таки киборг. А, ты решил меня поспамить, что ли? Киборг здесь как-то. Это народ, быстрее как спамить? Скажите. А, во, все отлично. Ой, ёпты! Хорошее начало. Ну, какое... А-а-а! Нетушки, сходи сам. Ходи! Пылесос тебе новый покажу. Бери вот этот стрелочек. Уч! Вот, надо было взять. Я, блин. Ну-ка! А я, блин, попал. Во! Давай, попадешь. Нормально. Правда, эффект маловат, ну ладно. Оу, oh yeah, детка, оу, oh yeah. Оу, oh yeah. Это как взять? Отходи, тебе нужно выиграть. У меня больше жизни. Давай. Давай, неужели ты не можешь подойти? Ты же кошка. Хорош спамить. Ты же кошка, ты умеешь все. Да, блин. А внизу, ты не можешь против киборга какого-то что-то сделать? Да, ой, черт! Ух ты! Чуть-чуть! Уй! Ай! И вот это вот! Ты же разошлось-то! Ну-ка! Промахнул. А, нет. На шар выиграл, блин. Без ульты, блин. Я не слышу, где град аплодисментов. Браво, спамер, потому что, блин, какие аплодисменты, ты спамер. Я второй раз всего лишь им играю. Неважно, спамер я или нет. Важно, что я побеждаю. О, даже рифм получилось. Ну ладно. У меня даже боксерские груши на аватарке стоят. Да, я же это, любитель. Он провел час тренировки, сейчас опять полчаса ждать будем, пока все сыграют. Так. Поскольку я чемпион, то я меняю персонаж. Так. Вот кого я возьму. Этот тип, он такой довольно-таки... Вот, сейчас. Спамерский. Довольно-таки спамерский, да? А что там вниз, как там? Вниз-назад треугольник, одна, вниз-назад крись, квадрат, что-то такое. Одна фигня захватывает, одна кирпич кидает. Отлично.
Теперь я знаю, как им драться. Один раз я уже им бился. Так, Ярослав, готовься к унижению. А он сейчас опять, наверное, за этого будет. За деструкцию. Не за You will know the meaning of fear. За семестра? Нет, это не звук. Два фонаря, ёпт. Fully charged. Желтый. Два желтых фонаря, то есть. На! У семьи это не совсем желтый фонарь. Ну да. Так, как же там... А, треугольник? О, вот она, атака моей мечты, вот она! Подходи! Ну всё, ёмар, это... Подщёчину мне дал, как ты смел! Или вниз-назад, или вниз-вперёд. Ну как ты справишься с таким спамом? Учись, ученик мой! Я твой сенсей. Ой, о, что вот это он сделал? Вот применяешь штуку сзади. Так, тихо. Блок. Отлично. Пас-блок. Осторожно, кирпич. Ну, что ты можешь с этим сделать? Желтый фонарь. Да присядь ты, блин. Присядь, да, присядь. А нет. От кирпича не спасает нижний блок. Yes! Какой-то нонсенс. Они зубку уносите! Говорит два раза подряд. Они в звуку, да, что-то все в ударе сейчас пошел. Да, он просто в спаме, а не в ударе. Вот мне научили, как делать прием вниз вперед, треугольник вниз назад. Я посмотрел, как он за кошку бы играл. Я за кошку? Они в звук выбежали за приколу кошку. И посмотрим, как ты ей сыграешь. А... явно не нубский персонаж. Ну давайте кошку возьму, что, раз уж просят люди. Только один костюм у нее, да? За кошку тяжело, она не знаю играть. Я взял ее ради того, что она интересный и довольно-таки непростой персонаж. А что это у нас за боец Гола 1102208 mail? Это что, и можно ему письма писать теперь? Так. Писать. Ну типа того. Ну так, просто ну давайте. Будешь, наверное, и он сразу тут первой строкой идет. О, он что-то пи***. Ребят, подскажите, как кошкой там что делать? А, сейчас. Да ладно, хорош, я... Ты меня заспамил, если я буду подсказывать тут. В следующий раз я тебя еще сильнее заспамлю тогда. О, он этого взял. Нажимай просто на крест больше, ничего не надо делать. Просто назад крестик, вперед крестик, все. Ну блин, а тут этот... Вот сакрайс, кто хотел увидеть этого персонажа, пожалуйста. Так, ну давай, подходи. Опа, давай, иди сюда. Опа. Умеешь так? Опа, чёрт. О, лоба выбрали, всё-таки. Ну наконец-то я на него посмотрел. Ты ж проснулся. А кто выбрал лоба? Только он заставку скипнул, но мы не смогли посмотреть, как он выезжает на своем крутом мотоцикле. Да, ну, может, все-таки он выиграет и покажет спас, вот что я хочу посмотреть. О, нормально, смотри, выиграл. А кто за лоба-то играет? Эй! Ах ты чё, там задел меня! Волла вот этот, который. Волла? Да. Ну-ка! А это назад... Блин! Как же так-то? Это зря, конечно, было. Назад вперед треугольник. А не звук, я тебе говорю. Ой-ой-ой-ой-ой! Он такой достаточно прикольный персонаж на самом деле. Блин, он меня, что он делал? Ты видел, что он делал? Ну что, как тебе кошка играется? Да нормально, просто я прием не знаю.
Комбус у нее хороший. Я тоже не знал. Я в общей сложности, наверное, час на нее в тренировке потратил. У нее сложный очень комбо, да. Но она очень быстрая за то. Иди сюда, у кого плетка круче, давай, подходи. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это, по-моему, все. Ну-ка. Да, это все, да. Ааа! Жареные кошки, кто хочет отведать? Жареные кошки. Во-во, факт показал все-таки. Да, ну что поделать? Это лоба. Это крутая. Так, друзья, у нас остался последний бой сегодня, сегодняшней серии. Так что надеюсь, он будет зрелищным и завершит достойно нашу сегодняшнюю серию онлайн мяса. Эндрю Бэтмен, как всегда, выбрал Бэтмена. Эндрю Бэтмен, как всегда, непредсказуем. В кавычках. Ладно, поставим на этого Вола. Но я не сказал, что он круто играет, потому что я хреново играю. Так что у Бэтмена есть все шансы у него выиграть. У нас в предыдущей серии играл один игрок, у него как раз тот персонаж тоже был открыт. Он очень круто играл, он там всех рвал. Даже смог посаду выиграл. Ну, посад вроде круто играет, да, я видел. Ну, не зря он 92-й зрительник. Молодец, флэш. Круто. Я сегодня быстро сделал. Зря на него поставил. Вообще. Надо в следующий раз не облажать. Потренироваться. Так, ребят, ну тут мы пришли в цирк смотреть акробатические или бои. Что происходит вообще? Так, сейчас идут пощечины друг друга. О, красиво двоечку вписал, или там троечка даже была, наверное. Флэш супер прием открыт. Сейчас, если он его сделает, то Бэтмен будет крандец. Я думаю, должно получиться. Вот такой удар очень стремительный. Так, ребята, у вас сейчас время выйдет нафиг. Хорош прыгать попусту. О, все. Моя ставка сыграла. Ну что ж, друзья, на этом данный выпуск онлайн мясо по игре Injustice завершается. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Rush Tanizuka. Всем удачи, всем пока!